Вот так встретила Новый год Анна Нетребко в кругу друзей с массой положительных эмоций. В восторге был и 10-летний Сантьяго. На пляже провели праздники Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми. Сальма Хайек. Венсан Кассель с супругой моделью Тиной Кунаки тоже встретили Новый год без одежды. Заодно объявили, что ждут первенца. Ким Кардашьян тоже сделала признание в первые дни Нового года. Они с Канье Уэстом станут родителями в четвертый раз. Шестого января Ирине Шейк исполнилось 33. Так получилось, что день рождения совпал с церемонией «Золотой глобус». Именинница появилась в золотом. Не обошлось и без скандала в празднике. Сына Синди Кроуфорда, 19-летнего Пресли, арестовали за вождение в нетрезвом виде. А ведь это идеальное семейство. Дети Синди, сын Пресли и дочь Кая всегда отличались примерным поведением. Но праздники всех проверяют на стойкость.